банк считает нецелесообразным. Успеваешь? Дальше. Добрый день. Разрешите? Извините. Здравствуйте, господин полковник. Александр Иванович, если угодно официально, то товарищ полковник. Извините. К сожалению, я с печальной вестью. Доктор Кмит погиб. Что, Никита умер? Сегодня внезапно. Его убили? Довольно забавно, что версия убийства первой приходит в вашу голову, Вика. Он был абсолютно здоров. Что могло еще произойти? Я думаю, любые предположения здесь неуместны. Следствие выяснит. Он был так добр ко мне. Вик, я прошу вас, это больно, я понимаю. Какое горе. Максим Николаевич, обстоятельства смерти доктора Кмитта сейчас выясняются. Но есть вещь, которую я должен обсудить лично с вами. Мне уйти. Вик, я не могу видеть ваши слезы. Не беспокойтесь обо мне, Максим Николаевич. До свидания, Александр Иванович. Перед смертью доктор Кмит писал письмо. Он обращался к вам. Письмо? Какое письмо? Письмо было написано с целью предупредить вас. Речь шла об очень коварной и лживой особе по имени Вика. Мерзавец, как он смел. Я вижу, ваши взаимоотношения с доктором Кмитом далеки от безоблачных. Хорошо, я вам все расскажу. Вика подделала рекомендации. Она слишком хотела попасть в более пристойный дом, чтобы достойно зарабатывать, это можно понять. Кмит узнал об этом, начал ее шантажировать. Или любовь, или... Всем все станет известно. Вика сама мне совсем недавно рассказала всю эту историю. А кто-нибудь еще знал об этом? Близкие друзья. Нет, это невозможно. А Эдуард Чайка знал об этом? Да, Эдуард Чайка мой близкий друг. Вы дружите с Чайкой порядка 30 лет. Дружба, испытанная годами. Какое-то имеет значение? Ну, я просто интересуюсь. Чем именно я вам интересен? Ну, ваш жизненный путь достоин внимания. Нечасто простой инкассатор становится известным банкиром. Я работал. Работал много и хорошо. Секрета тут никакого нет. Как знать. Может быть, маршрут, по которому вы ездили с вашим лучшим другом Чайкой, оказался счастливым. Простите. Ладно, ладно. Оставим это. А с Кмитом вы тоже познакомились в конце 70-х? Мы были все студентами, потом вместе работали. Тогда завязалась наша дружба. Мы дружим до сих пор. Какое имеет отношение наша дружба к вашему расследованию? Вы хороший друг, господин Ветров. Ваш банк дает беспроцентные кредиты господину Чайке. А ведь вы не единственный акционер. А вот интересно, другие акционеры в курсе вашей тесной дружбы с Эдуардом Чайкой? Если угодно, вызывайте финспекцию, я готов предоставить им любую документацию. А разговаривать с вами на эту тему, я считаю, совершенно бессмысленным, извините. Да. Я пойду. Я не буду вас больше задерживать, господин Ветров.
Да уж, не души. А зачем нам тут? Перестань тормозить. Завтра операция, ты ни во что не въехал. Деньги перегрузим здесь и с Богом. Ой, черт. Да, только почему ты уверен, что за нами будет слежка? Просто, Макс, я не люблю случайности. Боря прав. Если они не знают про скорую, это очень хорошо. Перегрузимся, у нас будет шанс оторваться. Ну где Валерка, а? Достал мне-то вступа? Достал, достал. Украл у брата мента. Значит, дома сидит. Ну ладно, он так все знает. Так, давайте еще раз повторим. Хватит, Макс. Мы не склеротики, мы все прекрасно помним. Тогда ни пуха, ни пера. Черт. Ребята, а может, пока еще не поздно? Заткнись, что? Размазня! Что не поздно? Да я в смысле выпить, в смысле. Вот дерьмо. Вот дерьмо, да нажрешься ты, потом нажрешься, понял? Не дайте мне сказать! Ну! Что оно? А если меня узнают? А что если узнают? А еще чего вдруг? Тихо. Слушай, Эдик прав. Ну, если вдруг что-то пойдет не так, надо придумать какой-нибудь выход. Знаешь, Макс, на станции работа только на вход. Понятно? Послушайте меня, ребятишки. Я взрослый мужик. Я знаю, на что я иду. И вам уже пора повзрослеть. Это ясно? А за такие бабки убить можно. Чего? Ты что сказал? Боря, я не собираюсь никого убивать. Понял? Борь, ты заговариваешься. Мы не уголовники, чтобы резать за бабки. Ну ладно. Все, мне пора. Уже 10 мне еще встретиться надо. Пока. Ребят. Скоро оставляем здесь. Ключи я возьму. Договорились. Все, возьми себя в руки. Разбежались. Петру Пахомычу. Ой, Сан Иваныч, я приветствую. Рад. Здорово. Садись. Спасибо. Садись. А ты как? У нас тут все налажено. Садись, да. Иванович. Вот, знаешь, всего 2 месяца на пенсии, а показалось за 20 лет. Давай помянем. Да нет. Помянем. Хороший был мужик Кмит. Дельный, толковый. А что это ты несешь? А сейчас увидишь. Опа. О! Партишок люкс. Так. А ты думал. Так-с. Сейчас мы ему свернем шею. Опа. Да, действительно, все налажено. Хватит. Ну, давай. Пухом земля. Вот скажи ты мне, Сань, ну что за народ у нас такой пошел, а? Звери не люди. А враги у него были? Да, спаси тебя Господь, какие враги, его тут все любили. Ну ладно. Ну и... Каков твой приговор? Причина смерти – остановка сердца, мышечный паралич. А при инфаркте так бывает? Вот у нее сердце, что пламенный мотор, совершенно здоровое. А про мышечный паралич уже и говорить не приходится. Ну, откуда он взялся? Ой, жестянка. Ну, а что напарник твой? Феликс? Да. Чудный мальчик. Не обиделся, что мы тебя к нему приставили?
Какой обиделся? Счастлив был. Говорит, мне очень интересно с вами работать, маэстро. Маэстро! Чай мне принес. Да, медицине-то он понимает. Обижаешь, Сан Иванович. Мальчишка умненький, талантливый, работящий. И самое главное, с юмором все хорошо. При нашей работе юмор – это великое дело. Разносторонняя личность, ваш Феликс, да. А? Музыку классическую слушаешь. О, книжки по психиатрии читает. Честно сказать, я ни одной строки из его книги не понял. Ну, потому что у тебя нет медицинского образования. Ну, нет. Чего ж поделаешь-то? Только чего-то он не по профилю книжки читает. В России, Сан Иванович, он талантлив во всех отношениях, честное слово. Мы как-то с ним за психиатрию сцепились. Я старик, я его с открытым ртом слушаю. Слушай, давай выпьем. Нет, 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 нет. Че? Нет, Пахомович, нет. Я как-никак на работе. Ладно, спасибо тебе. Только я никому не нужен. Сижу дома, как сыч, только чаем наливаюсь. Ведь всю свою жизнь отдал делу. И на тебе. Да. На пенсию выкатили. Ну, ладно. Слушай-ка, ну, раз так скучно тебе, может, поработаешь? С месяцок у нас по договору, а? Так, Иваныч... Феликс уж больно молодой, дрезвый, ты приглядишь за ним. Ну и непосредственный опыт передашь. Саня, да с меня бутылка. Ну, так значит, согласен. Ну, по рукам. По рукам. Все, договорились. Бывай. Феликс, привет. Ты зайдешь? Да, да. Ну, я же сказал, через 2 минуты буду. Все, обещал. Вот ты черт, а? Закончились. Здравствуйте, Александр Иванович. Здравствуйте. А, разрешите, я вам предложу свои сигареты? Спасибо, выручите. А компанию не составите мне? Да, конечно. Пойдемте на свежий воздух, а то здесь что-то душно. Пойдемте. Спасибо. Вы знакомы с Борисом Рожевиным? Конечно. Мы с ним познакомились на корте. Борис отлично играет в теннис. Ну, я, в общем, тоже неплохо. Вы с ним близко общались? Да не, так, приятелей каких очень много. Ну, пару раз выпивали. Недавно ему помощь нужна была, я оказал. Какая помощь? Да ерунда. Руку надо было зашить. Собака покусала. А почему вы им заинтересовались-то? Свидетелем он у нас проходит по одному делу. А вчера вот внезапно исчез. Беспокоюсь. А вы с ним когда последний раз разговаривали? А, позавчера. Он мне сам позвонил, требовал вернуть долг. Я сказал, что у меня сейчас нету. Вот если в конце месяца... Он рассердился, сказал, что ему нужно срочно. А я сказал, ну нет, и все. Борис повесил трубку. Вы были у его жены? Да были. Жена ничего не знает. Ну ладно, я не буду вас больше задерживать. Спасибо вам большое. Пугал меня. Позорит меня вздумал на старости лет. Шалава. Чего? Чего такое говоришь? Я не понимаю. Сейчас поймешь. Да не шарахайся ты. Я б тебе руки-то марать не стану. Говоришь, шлюха. С кем путаешься? С каким поваром? С каким поваром? Ты что, ни с кем я не путаюсь? Врешь! Да, было. Один раз. А что мне делать? Тебя ведь кроме водяры вообще ничего не интересует. Это мне плевать.
хоть бы через тебя целый полк прошел. Но ржать за спиной, как ты старого дурака провела, я тебя вместе с твоим хахалем закопаю, ясно? А не надо грозиться, на тебя тоже управа найдется. И не противно было такую корову-то тарабанить, а? Научилась бы готовить у своего хахаля-то. Че ты буянишь? Чего ты все время буянишь? Да от тебя кто хочешь сбежит. Что я видела, кроме побоев твоих? Света белого не видела. А кто работал на тебя? Кто горбатился-то, а? Вон, как ты заговорил, это я работала. И я горбатилась. А тебя, между прочим, из-за меня держали. Мне Настя давно говорила, убери ты своего алкаша, убери. Я говорю, нет, как же, Мотя. Ах, вон она как, а? Горы с горой не сойдутся, а две суки споются. Не смей они так говорить. Она очень хорошая была, не смей. Что-то я видел в последнее время все. Окучивала ее, как будто медом намазана. Что она тебя оставила? По-хорошему отдай. Я у тебя видел кольцо золотое. У меня ничего нет. Отдай, говорю. У меня ничего отдай, нет. Отдай, говорю. Да, чтобы ты пробил это все. Да лучше пробью. 20 лет. Щи кислые. Да грязище. Да чтоб ты околела, курва старая. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, ксерокс есть у вас? Да, конечно. А можно отксерить будет, да? Конечно. Ага. А сколько стоит лист? 7 рублей страница. Страница, да. 7 рублей, да. Ну ладно. Давайте вот все. Все вот это будем ксерокопировать. Вот это все. Ксерьте. Хорошо. Давайте. Проходи на кухню. Там для тебя кое-что приготовлено. Садись вон там. Садись, садись. Значит, ты должен. Стоп. Сначала я скажу, что должны вы. Что? Вернее, чего не должны. Обнаглел ты, я так смотрю, помолчите. Да? Помолчите. И послушайте меня. Вот здесь имена, фамилии ваших подельников. Адреса, должности. Письмо существует в 3 экземплярах. Один я дам вам. И вы убедитесь, что это не блеф. 2 других экземпляра находятся у надежных людей. И если со мной что-нибудь произойдет, они попадут на Петровку и в западную прессу. Вам понятно, Олег Иванович? Дрянь! Сучонок, а?
Мы же для вас только расходный материал. Сначала мы сделаем всю грязную работу, а потом вы нас потопите, как котят, да? Не выйдет, уважаемый Олег Иванович, не выйдет. И не пытайтесь искать моих ребят. Когда все закончится, я сам вас найду. Ну-ка сядь! Сядь, я сказал! Умный мальчик. Посмотрим. Так же ты крут, как у меня. Здесь заряженный пистолет и нож. Обращайся аккуратно. Там отпечатки пальцев бандитов. Наденешь завтра перчатки. Инкассатора и шофера придется убить. Зачем? Лапочка, для вашей же безопасности. Понимаешь? Урки, они же не церемонятся со своими жертвами. Просто ужас. Какие зверские убийства иногда такие банды совершают. Теперь слушай меня внимательно. Шофера нужно убить ударом ножа в горло. Пистолет и ножик остаешь на месте преступления. Не надо мне делать вот такие рожи. Понял? Выбора у тебя нет. Завтра утром, там понимаешь. Бери, иди. И помни, ты должен сделать все, как я сказал. Понимаешь? Максим, ты пепельницу разбил. Мне плевать! Что происходит, я тебе спрашиваю. Ну, откуда я знаю? Убили Кмита, он всю жизнь на это напрашивался. Я здесь при чем? А не ты хвалился, что его грохнешь? Забыл! Это бред силы кобылы. Если бы я всех грохал, кого обещал, мой кабак утонул бы в крови. Если бы все, кого ты замочил, были бы здесь, в твоем кабаке, яблоку негде было бы упасть. Заткнись! Ты что ли чистеньким вышел из этой истории? Тридцать лет прошло. Почему прошлое, как в дурном кошмаре, бежит за нами, наступает на пятки, встает из своей могилы? О, Максим, ты у нас поэт. Я хочу знать, кто убил Никиту. Зачем? Убили и убили. Кто-то подбирается ко мне. Кто-то вышел на охоту за всеми нами. Вон ты, чувак, ну вон, видишь, лысый, которого Феликсом зовут. Вон, видишь, идет? Я его около дома еще этого чокнутого художника видал. Ну это неспроста. Тогда надо за ними обоими следить. Слушай, слушай, ну идет же, ну, пойдем. Да подожди ты, надо план придумать. Уже свалит, ну. Надо подумать сейчас. Просто ведь за Викой тоже кто-то должен следить. А, ну давай, я за Лысым, а ты за Викой. Нет, давай по-другому, парами. Я за ним, ты за Викой. Пойдем, ну свалит, потеряем. Прикольно, киска, тут за мной эти детки-придурки таскаются. Ты не знаешь, почему?
тебе, мент! Оборзели. Ты видел? А ну, подъем! Здесь я. Здесь я? Ребята, вы что? У вас что здесь? Пост ГАИ или пионерский лагерь? Совсем с ума посходил. Все спят. Алло. Подъем, подъем. Оборзели, что ли? Оборзели. Он уже 10 раз туда-сюда мог проехать. Весь пост дрыхнет. Ребята, вы что? Ну как так можно? Делать нечего. Доброе утро. Сержант Анаприенко. Ваши документики, пожалуйста. А что случилось? Доброе утро, господин Ветров. Доброе утро. Куда так рано? На работу, как ни странно. На работу? Действительно странно. Начальство редко выезжает на работу в 7 утра. Если хочешь узнать начальство, посмотри на подчиненных. Служащие всегда берут пример со своего руководителя, поэтому я прихожу первый, а ухожу последний. Это, наверное, потому что дисциплина в банке не хромает, да? Я выполняю свою работу хорошо, нахожусь на своем месте, чего не скажешь о вас. Алло, это Куприянов. Обыщите все соседние гаражи. Да, все соседние гаражи. Да мне плевать. Да, во всем районе. Он же не мог сквозь землю провалиться. Слышь, а? Знаешь, кто это? Нет. Малиновка. О, чудное видение. Знакомьтесь, здравствуйте. Вика. Петр Пахомович. Очень приятно. Петр Пахомович, Вика. Между прочим, замечательный врач и мой учитель. А. Присаживайтесь, Виктория. Присаживайтесь, прошу вас. Спасибо. Хотите чаю? С удовольствием. Пожалуйста. Что привело такое очаровательное создание в столь мрачное место, прошу вас. Спасибо. Пожалуйста. Феликс обещал мне очень редкую книгу «Психическая зависимость мужчин среднего возраста». Вы тоже увлекаетесь психиатрией? Угу. К сожалению, в училище очень мало давали этот предмет. А Вика у нас по образованию медсестра. Так выходит, мы коллеги? Да. Вика, Вика, вы самая очаровательная медсестра на свете. Вы меня смущаете. И она собирается поработать у нас в больнице. Это правильно. Это правильно. В медицине главная практика. Кем думаете устроиться? Ну, для начала медсестрой. Я просто боюсь, что будет мало времени для курса повышения квалификации. Вот она, молодежь. Ну, молодежь. Знаком с такой прекрасной девушкой и ничего не рассказывала. Нет, нет, нет. Мы подружились буквально месяц назад и совершенно недавно знакомы. Так что я ни в чем не виноват. Хотя я понимаю, красота страшная сила. Как тебе не стыдно? Я уже старею. Ну что, неправда. Мне очень приятно было с вами познакомиться. Вы не представляете, сколько Феликс о вас рассказывает. Вы очень добрая девушка. Спасибо. Игра. Обрати внимание на пятую главу. Весьма оригинальная трактовка причин мании фурибунды. А, любопытно. Любопытно. Буду читать с особым вниманием. Ну, к сожалению, я вынуждена уйти. Нет, вы всегда заходите, не забывайте нас. Спасибо большое. Виктория. Счастливо. Всего доброго. Угу. Удачи вам, до свидания. Чудная леди.
Любовь похожая на сон, счастливым сделала мой дом. И вопреки законам сна, пускай не кончится она. Матвей. Ну чё? Чё? Дорогая моя женушка. Матвей. Говорим, а? Матвей, ну ты что, не похмелился? Фу! Не люблю я. Не боись. Убивать тебя не буду за любовника. Валяйся с кем хочешь. А с Дениской ты прогадала. Не светит ему ни хрена. Ветров-то женится на этой белой сучке. И девчонку оставит за бортом. Да, но это еще, знаешь, неизвестно. Никто не знает. Да ладно, хрен с вами обоими. Ты мне лучше скажи, где Настины документы? Я не знаю. Откуда мне знать? Матвей, я не в курсе. Матвей! Шевелка! Иди сюда! Где чемодан? Не знаю! Где чемодан? Где чемодан, говорю? Не знаю, я... Говори, где чемодан? Я же видел, как ты на мочту шлялась с этим чемоданом. Говори, где он, сука? Нету! Где нету? Нету! Говори, тварь! Я тебе говорю, говори! Отдай документы, отдай! У тебя же копии есть! Я уеду, ты свое возьмешь! Слышишь? Нет, не знаю, ничего нету! У меня никак... Сука! Где? Слышишь? Где? Где в чулане? За коробкой картонной, где водка. Шлюха. На счастье. Мне любопытно узнать, что же там все-таки произошло. Да, кстати, заодно и по следам доктора Кмита пройдусь. В общем, мне для собственного удовольствия еду. Саша, ну... Да, ну, прости, ну... забыл, ну забыл. Видно, Кмит что-то узнал в Москве, за что его выбрали. Он любил Вику, очень сильно любил. Не исключено, что его поездка в Москву и убийство ничем не связаны. О, Вика здесь ни при чем. Проверить надо. Ваш билет, пожалуйста. И паспорт. Паспорт. У вас первое место. Проходите, пожалуйста. Леш. Ты там в Москве, будет время, съезди на прежнюю квартиру Удальцова. Мне сейчас любая информация пригодится. Я постараюсь, Саша. Что-то мне самому этот художник не нравится. Темная лошадка. Чего тебе? Я занят, давай в другой раз. С ума сошел. Допился? Новая хозяйка дома? Пошел вон отсюда. С меня хватит, ты уволен. Ну так и чё? Сам уйду. Ты вот сюда смотри.
Знаешь, что тут, а? Настины документы. Тетрадки. Фотки. Прочий компромат. На тебя. Чего ты хочешь? Денег, конечно. Много, много денег. Сколько? Чё-то в горле пересохло. Хорошее бухло. Сколько? Много, Макс, много. Знаешь, хочу пожить хорошо. Вроде тебя. А то как несправедливо получается. Вы, банкиры, вина распиваете и фруктами закусываете. А мы, простой народ, труженик, водку глушит и рукавом занюхивает. В общем, 10. Чего 10? Ты что, мне за идиота считаешь? Чёрта лысого. 10 000 долларов. Матвей, у меня нет таких денег. Слушай, ты не щегол, а я не мальчишка. Заливать будешь в другом месте. Ты хоть понимаешь, какие это большие бабки? В самый раз. Ох, и покуролесь. О. Ну? Ровно 10. Можешь не считать. Ага, вам, банкиру, верить на слово нельзя. Ладно. Считать не буду. Верю. Забирай свои бумажки. Прощай, хозяин. Будьте добры, скажите, пожалуйста, где здесь дом номер 8? Да вон там. Да, да.
Здравствуйте. Ну, что надо? Илья Удальцов здесь проживал. Ну? Разрешите пройти? Давно он съехал? 1.5 года назад. А теперь кто в его комнате живет? Ну, я. А что за проблемы? Нет, проблем никаких нет. Просто я интересуюсь, дорого ли обошлась вам эта комната? Ну да. За такую дрянь еще бабки драть. Че, я лох, что ли? Что, задешево купил? Ага. Хата вся убитая. Потолок сгнил к чертям. Этого хозяина только у нотариуса и видел, когда бабки передавал. Не то бы я ему сказал пару ласковых. Соседи вашей дома, я слышу, художественную самодеятельность за стеной. Да. Это Михалыч тренируется, Шаляпин, блин. Он давно здесь живет? Сторожил, елы-палы. Я пойду побеседую с ним. Ну, попробуйте. Туда? Туда, туда. Пошел ты! Добрый день. Расскажите мне про вашего соседа Илью Удальцова. Шел вон, халдей! Что ты тут стоишь, стучишь, втыкаешь? Укоканул вас. Так бы сразу и сказали. Помни я его. И не могу. Ну, расскажите, как он жил, чем занимался? Я не могу. Вот тут свело. Сейчас голос пропадет. Выпить надо. Вот ответишь на вопросы, получишь на похмелку. Понял? Как жил? Охреново! Пил, как животное, в одиночку! И не Удальцов он. А кто же? Сироткин. Он. Точно. Сироткин. Удальцовым это он потом заделался. Сироткин? Точно. Псих конченый. Он же 2 месяца в дурке провалялся. И за что таких бабы любят? Такие бабы? Они от него. Дамочка. Красивый мах, мах. Любовь не была. Он аж пить бросил. Что-нибудь еще знаешь? Нет. Я не знаю. Родному сердцу. Веришь?